Ярославская область, совхоз Пахма. Типичное хозяйство нечерноземья. За последние годы выросло, окрепло. Есть, конечно, и проблемы. И главное из них – плохое качество земель, на которых расположено хозяйство. Заболоченные, бросовые земли. Если подходить к делу по-хозяйски, то нужно вносить органику по 300 тонн навоза на гектар на 6 лет вперед. Но ведь это тоже проблема. Где взять столько органики? В Пахме решили использовать сапропель, озерный ил, богатый всеми необходимыми микроэлементами. Способ древний, проверенный тысячелетиями сельской практики. Так появился в совхозе земснаряд. Но снова проблема. Поля мелиорированы, но мелиорированы отвратительно. Просто выброшенные деньги. Рассказывает директор совхоза Александр Александрович Коряшкин. Средину лета, разве это морковь? Хотя посеяна она была в начале мая, то есть лучшие агротехнические сроки. Требовался полив. Однако поле рассекает электролинию высокого напряжения. Почти 6 лет мелиораторы никак не могут решить проблему перенести эту электролинию по проекту в другое место. Днепр шириной захвата более 500 метров не может пройти по столбам. Поэтому урожай моркови в этом году будет крайне низкий. В хозяйстве более 90% пашни мелиорировано. И допущено при проектировании и строительстве ряд существенных ошибок. Более 20-25% ежегодно площадей вымокает. Это перевести в деньги составляет несколько сот тысяч рублей. И в текущем году, вроде бы сухой год, прошедший вот недавно, в июле месяце дожди, вызвали вымокание, особенно пострадала капуста. Мы выращивали ее с марта-апреля месяца, в мае были сильные морозы, защищали, спасали. Нам удалось спасти всю рассаду, посадить ее в лучшие агротехнические сроки. В общем, было все для того, чтобы получить богатый и хороший урожай. Однако, сейчас убеждаемся, что продукции можем не набрать в пределах 800 тысяч тонн. Мелиораторы сделали так, что края полей вдоль каналов выше значительно, чем средина полей. Поэтому вся излишняя влага скапливается к середине поля. Мы боимся влажных лет ужасно. Создан Агропром, и мы были этому рады, считали, что все партнеры будут под одним руководством. Однако мелиораторы как-то устояли от новой системы, и вновь они работают на вал. Вновь они сами проектируют, сами строят и сами принимают. Если и впредь так дальше пойдет, то вряд ли что можно ожидать от улучшения качества работ, отсюда от итогов финансовой хозяйственной деятельности нашего совхоза, да, наверное, и других. Время требует перестройки, настоящей, глубокой, чтобы навести действительно порядок.